Построением личного состава Министерства внутренних дел начались мероприятия, посвященные празднованию 98-й годовщины со дня образования органов внутренних дел. Сотрудники центрального аппарата ведомства и руководители горайорганов во главе с министром внутренних дел Гарри Арышпа возложили венок к мемориалу славы в городе Сухум. В день памяти героям цветы были возложены на строевом плацу в здании Министерства внутренних дел у мемориальной стены воинам-сотрудникам МВД Абхазии, погибшим при исполнении служебного долга. По традиции, ежегодное торжественное собрание ко дню милиции прошло в Министерстве внутренних дел. Правительство Республики Абхазия, коллеги из братских республик, ветераны службы и приглашенные гости пришли поздравить сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. С приветственным словом коллегам и гостям обратился помощник министра внутренних дел по вопросам ветеранов органов внутренних дел полковник в отставке Джинжоли Владимир Иванович, который рассказал об истории становления милиции в Абхазии, о доблести и мужестве сотрудников органов внутренних дел, которые с поколения в поколение уже 98 лет стоят на страже правопорядка в стране. Председатель общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий 1992-93 годов, сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, полковник милиции Аслан Геби выразил благодарность родным и близким сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга, чьи имена и подвиги никогда не будут забыты. Аслан Геби пожелал профессиональных успехов, мира и процветания молодому поколению. По случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия, вице-президент Республики Аслан Барцыц зачитал поздравительный адрес от имени президента Рауля Хаджимба. С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел поздравил спикер парламента Республики Абхазия Валерий Кварча, председатель Совета безопасности Республики Абхазия Мухаммад Килба, председатель Конституционного суда Республики Абхазия Нури Тания, представитель Министерства обороны Республики Абхазия, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Республики Даур Амичба, представитель Федеральной службы охраны России в Абхазии Роман Чучукин, председатель общественной организации Союза абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской Республики Мурат Жиров. Поздравительный адрес от руководства МВД Российской Федерации с профессиональным праздником абхазским коллегам зачитал официальный представитель МВД России в Абхазии Станислав Апсава. Мира, добра и крепкого здравия пожелал сотрудникам милиции представитель Абхазской православной церкви игумен Игнатий. Обращаясь ко всем присутствующим, отец Игнатий сказал, что деятельность сотрудников внутренних дел направлена на объединение со всем обществом, на мир и порядок в нашей стране. Министр внутренних дел Республики Абхазия поблагодарил присутствующих за поздравления. Гарри Арышпа в своем выступлении отметил, что милиция Абхазии приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и достойно выполнять задачи по обеспечению правопорядка и законности в стране. Коллеги, ваша компетентность, оперативность, собранность, стойкость и мужество, безмерная преданность долгу и впредь будут служить надежной гарантией стабильности в нашей республике. Желаю личному составу Министерства внутренних дел и ветеранам службы крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. Абзера Шубзай, Абзеран Цей Айцай, Айбишан Цей Унцан, Нефигай. К празднованию 98-й годовщины со дня образования милиции приказом министра внутренних дел Гарри Арышба за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей отмечены сотрудники Министерства внутренних дел и всех горайорганов, которые представлены к наградам различной категории, присвоением очередных специальных званий, а также отмечены благодарностями и грамотами. Гарри Арышба вручил грамоты и памятные подарки ветеранам службы. Наши ветераны – это люди, прошедшие объемный, сложный, но очень правильный путь служения своему делу. Это люди, которые отдали все свои силы, направив их на борьбу с преступностью. Сегодня каждый из нас, сознательно носящих форму сотрудника милиции, выполняет возложенные на него задачи по зову сердца. Работа каждого сотрудника, любой службы органов внутренних дел несет свой незаменимый вклад в общей системе Министерства внутренних дел, направленной на установление правопорядка в стране.